Добрый день, дорогие зрители! Этот канал посвящен звездам, знаменитостям и всему, что происходит в их жизнях. Не забывайте подписываться. Еще несколько месяцев назад невозможно было и представить, что в российском и постсоветском шоу-бизнесе будут происходить такие по-настоящему тяжелые вещи. Каждый день мы получаем скорбные новости о людях, которых знали и любили миллионы поклонников. Здесь и именитые актеры, и талантливейшие певцы, голоса которых запомнит вся Россия. И вот сегодня мы вынуждены рассказать вам, что буквально на съемочной площадке навсегда ушел талантливый советский российский артист. За свою карьеру он сыграл во множестве фильмов, но зрителям запомнился по фильму «Орлиная гора», «Свадьба не состоялась», «Экзамен» и множеству других картин, к большому сожалению, ушел Назермат Мусоев. Он успел сыграть в огромном количестве картин и для ценителей советского кино стал настоящей легендой. За свои заслуги перед культурой он получил звание народного артиста Таджикистана, а также множество других международных премий и наград. Это огромная потеря для мира киноискусства. Мы приносим свои соболезнования всем родным и близким. А на канале еще много интересного. Не забывайте подписываться, берегите себя и всего вам доброго. Yeah.